Всем привет! Сегодня я буду говорить о кошонах. Вот. Здравствуйте! Вот такая зеркальная коробочка. Очень классная. One, two, three, four. И обратите внимание на кошон. Он сможет сделать ваше лето намного интереснее. Я заказала их на Buying Coins, и они пришли вот в таких коробочках. Коробка, которая слева, была упакована в такую как бы тонкую прозрачную пленку, то есть герметично закрытая. Вот эта коробка, к сожалению, была не упакована. Она пришла очень помятая. То есть, если бы вы хотели это подарить, то подарить это вот в таком виде уже было бы вообще невозможно. То есть, вся коробка была, к сожалению, мятая. Но продукт внутри просто реально меня очень-очень обрадовал. Во-первых, помимо самого кушона, есть вот такой сменник. Сменник — это второй кушон, тоже с крышечкой. Вот так он выглядит в раскрытом виде. Вот так он выглядит изнутри. Значит, я взяла самый светлый тон. Там было всего два тона, единичка и двоечка. То есть, как бы единичка — это светлый, и двоечка — это темный. Вот это светлый, то есть это единица, и он мне пошел идеально. Огромнейший плюс — это то, что как раз сюда входит ватный диск, и вы можете подправлять свой мейк ватными дисками. Если вдруг одна из губок или даже обе в стирке, то есть как бы вы сможете все равно в любом случае продолжать пользоваться. Одного, кстати, ватного диска хватает на одно подправление, как бы на все лицо. Это более гигиенично. Либо вот родные спонжи. Поэтому как бы, девочки, обратите внимание. Можно и так, и так, и как угодно. Вот вы видите свотч. Это оттенок. Что еще я вам хочу рассказать вообще интересного про этот продукт? Он не похож вообще ни на что, что я использовала. Вот этот, в частности, который мой любимый и большой, со сменниками, это производство Корея. Сама коробка вот такая. Выглядит она очень красиво. Я когда распечатала ее на почте, то есть чтобы, ну, посмотреть, чтобы зеркала были в порядке. Тогда у меня там просто женщины из очереди, они вообще заахали, заухали. Боже, что это, такая красота, как красиво выглядит, как все здорово. Я говорю, вот это новинка, пришла мне из-за границы. Я заказала два на Buying Coins, тот, который справа, он пришел со сменным блоком, тот, который слева, это такой разовый кушончик, одноразовый. Но я думаю, что если его постирать и наполнить чем-то еще, он будет работать еще за милый мой. Другое дело, что все дело в наполнении и в том, что внутри. Что внутри вот этого чудесного, который выглядит вот так вот, кушона, у него есть сменный блок. Он приходит вот в такой сменной упаковочке. То есть получается две губки. И они темные. То есть посмотрите, да, уже насколько как бы все весело. То есть крем, он уже будет не так бить по глазам. И ваша губка уже будет выглядеть не такой заляпанной, как в случае с, к сожалению, европейской версией. Могу вкратце, быстро рассказать, как он работает на мне. Во-первых, однозначно нужна база под него. Смотрите, как себя ведет свотч уже через какое-то время. То есть он по-прежнему поблескивает. Там есть хайлайтер. Ваша кожа будет светиться, то есть она будет светиться и сиять весь день. Такое ощущение, что можно сделать очень большое количество подправлений, и он будет по-прежнему невидим. Просто выровненная кожа будет сиять и сверкать. Все. Значит, для девочек, которые не любят пользоваться косметикой и которые не любят, чтобы все на них выглядело слоями, это вообще идеальный вариант. Но я использую его не на базу под макияж. Я наношу сыворотку Алоэ, мою любимую.
Сверху я прохожусь кремом с повышенным содержанием гиалуроновой кислоты и далее как бы наношу содержимое кушона. У них вот такая идет индивидуальная упаковочка, такая герметично закрытая, благодаря чему, кстати, продукт не выдыхается. Вот здесь вы видите вот такая вот как бы вот это сама это низ, то есть вот это вот место кушана. Я думаю, что его можно будет так надавить и заменить. Вот. И сейчас я вам покажу второй, который мы разыграли ВКонтакте у меня на стене. Кстати, кто еще не подписался на меня ВКонтакте, тоже имейте в виду, что у меня там периодически как бы происходят разные интересные штучки, и там бывает вообще очень много вкусного. К сожалению, для того человека, которому я это дарю, я была вынуждена вскрыть вот эту индивидуальную упаковку, чтобы проверить, в порядке ли зеркало. Вот, но я думаю, как бы вы мне доверяете, и та девушка, которая выиграла, как бы, не думаю, что это будет такая огромная проблема, потому что там все, я подчеркиваю, герметично внутри. Сейчас покажу. Вот так он выглядит в открытом виде. Мы видим спонжик без опознавательных знаков фирмы. И вот так он выглядит внутри, то есть все герметично закрыто, все идеально, все стерильно. К сожалению, оттенок swatch показать не могу, потому что это подарок. Он ждет свою обладательницу, звонка или там объявление просто. В общем, помаячь, дорогая, когда будешь готова его принять в дар. Вообще игрушка называлась «Что в коробке?», это уже вторая игра, которая проходит у меня ВКонтакте. А вообще по поводу кушана, я, девчонки, реально вот этот вот могу рекомендовать, потому что я его пробую, а этот, к сожалению, я не пробовала. Это был как бы приз на розыгрыш. И, девочки, это что-то с чем-то. Кстати, по поводу вот этого кушана, я могу сказать, что здесь вообще-то написано 21 тон, вот. Но вообще как бы по каталогу, на котором я брала, он значился как единица. Я однозначно рекомендую это тестировать. К сожалению, в жару у меня не было возможности, а вообще весь день он выдержал прекрасно. То есть лицо сияет, лицо выровненное. Если попытаться нанести без базы, опять же, у кого какая кожа. У меня такое ощущение, что он может прекрасно уживаться со всеми косметическими продуктами. Потому что сегодня я накладывала рядышком там и BB, и кофеиновый ролик, соответственно, и так, и вот так, и сверху еще там кремовые румяна. Все отлично, вообще все прекрасно, он уживается совсем, во всяком случае на моем лице. Я однозначно могу его рекомендовать, то есть если вы хотите вот такую сияющую, как бы влажную кожу, как вы видите, вот на... Здесь, конечно, сводч, то есть все по-топорному. Если все это распределить, все это растушевать, если еще там вам нужно зачем-то как бы припудрить, просто кому-то может быть нужно, кому-то нет. Я не использую пудру. Я могу сказать, что я в восторге по результатам одного дня. Если вдруг будут какие-то разочарования или что-то, да, к вечеру, конечно, стойкость пропадает. Да, к вечеру начинают проступать какие-то проблемные моменты. К этому надо быть готовой однозначно. Но я думаю, что просто протереть это все влажной салфеткой и снова подправить. Все, продукт рассчитан именно на то, что подправлять, подправлять, подправлять. И что в нем, вот в этом вот, который вот в такой огромной упаковке идет и с двумя сменниками. Вот она упаковочка, еще раз покажу. Тираж 45 тысяч вот этой вот, в частности, то есть первого. Который я первый вам показывала. Там тираж 45 тысяч. Это Корея. Корея, как нам всем хорошо известно, она как бы вообще молодцы ребята в производстве косметики. И я думаю, что именно вот этот кушан наконец-то обратит мой взор в сторону корейской косметики. Что касается стоимости, это было где-то в районе 8, по-моему, долларов. Качество, еще раз показываю, swatch. То есть вот он не впитывается, он не проваливается. Да, сначала, когда без баз я нанесла, у меня было ощущение, что он такой провалился в поры, подчеркнул. Я такая, о боже, неужели мне не повезло?
А когда вот я нанесла как положено, то есть там лосьон тоник, увлажнение, гиалуроновая кислота в креме, и потом сверху нанесение, вообще все просто отлично. Он выравнивает, и даже такое ощущение, что прикрывает поры. Что по сути вообще, по-моему, что-то невозможное, может быть какой-то эффект плацебо, потому что это модная вещь. Но на самом деле, если бы было что-то не так, я бы сказала. Такое ощущение, что его придумали, чтобы было всем хорошо. В общем, девочки, рекомендую, запаситесь. И чтобы потом не страдать, возьмите лучше парочку оттенков. Сразу, то есть единичку и двоечку. У вас будет продукта и там, вот как бы в сменниках по 15 мл. То есть это, ну, практически полноценное количество продукта, ну, в любом тональном креме там. И из разряда масс, или из разряда люкс-полулюкс. Да, где-то в среднем такая емкость идет, то есть 30 мл. Купите пару. Поверьте, если у вас дома есть взрослые девочки, дочки, они один точно уведут. Вот, поэтому, и опять же, то есть замечательно как подарок. Я думаю, что информация была очень полезной. Чаще заходите в гости, давайте дружить и общаться. Если есть какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Я практически постоянно на связи. Я не считаю, что визажист и человек, который разбирается, это такое вот нечто пафосное, там вот времени нет. Пока время есть, я всегда на связи, я всегда буду готова вам ответить на вопросы. Если вопросов будет много, они будут формироваться в какие-то общие темы. Также буду снимать дополнительное видео. Девчонки, активизируйтесь, и у нас впереди розыгрыш кистей. Это была Ольга Швец. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Всего хорошего. Еще раз тепла, солнца, счастья, удачи.